Дорожно-транспортное происшествие. Загорелся автомобиль, есть пострадавшие. Отряд пожарных в полной экипировке приехал на место аварии. Спасательные мотоциклы BMW МЧС предназначены для экстренной помощи в подобных ситуациях. В считанные секунды спасатели гасят пламя. Теперь из машины необходимо достать пассажира. Максим Расшивалов с удивлением узнал о новых возможностях спасателей. После таких показательных выступлений уверен, что специально подготовленные люди всегда придут на помощь. То, что показали, это прекрасная слаженность всей пожарной команды города Анапа, прекрасная выставка техники, которая была представлена, тоже очень интересна для нас. Вот эти все форумы нам им даются развитие характера, амбиций, какого-то ораторского мастерства, что нам очень будет ценным и полезным в будущем. На второй площадке показ техники МЧС. Устроили, значит, показ техники для того, чтобы ребята знали и понимали, в каких условиях нам приходится работать, какими аварийно-спасательным оборудованием мы пользуемся при спасении людей, проведении аварийно-спасательных работ. Мы показали в целом один эпизод из нашей работы. Мне кажется, что для ребят это очень интересно, тем более здесь мы в сегодняшних учениях применяли новые технологии, мотоциклы BMW для оперативного реагирования. Следующая встреча ребят состоится с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павлом Астаховым, который проведет для ребят мастер-класс.